Я читал эту изумительную книгу еще в школьные времена. Я неоднократно смотрел известный фильм «О зоре здесь тихие». Я считаю, что снять лучше, мне кажется, просто невозможно. Мы неоднократно сталкивались и видели ремейки, но, честно вам скажу, я не видел еще ни одного ремейка, который бы достойно смог сменить то, что было снято великими советскими режиссерами. Поэтому тратить на это деньги, я считаю, просто беспредметно, неправильно и порой даже в каких-то моментах, наверное, беспринципно.